Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае идет вверх. По информации службы скорой помощи, число вызовов к пациентам, у которых начались осложнения на фоне респираторно-вирусной инфекции, заметно выросло. Пока специалисты не готовы назвать конкретные цифры по числу заболевших простудой, но отмечают, что подъем ОРВИ начался, болеют как дети, так и взрослые. Правда, медики убеждены, что острой эпидемии в этом сезоне возникнуть не должно. В крае создана хорошая иммунная прослойка, от гриппа привита 45% населения. Точную статистику по числу заболевших на Алтае ОРВИ и гриппом в первую декаду января специалисты обещают предоставить в ближайшие дни.